В детских оздоровительных учреждениях Верхневолжья началась четвертая смена. В лагере «Ромашка», который расположен в живописном месте в Калининском районе, в преддверии учебного года отдыхают более 130 детей. В гости к ним приезжали члены общественной палаты Твери. Они пообщались с ребятами, с педагогами и поговорили о перспективах. Лагерь «Ромашка» вот уже 64 года принимает тверских ребятишек от 7 до 17 лет на летний отдых. Не простаивал он даже после перестройки. Сезон за сезоном радует ребятишек свежим воздухом и живописными местами. Единственный год, когда на детской площадке была тишина, это первый год пандемии. В текущем же сезоне за 4 смены здесь отдохнули около 500 ребятишек. Сейчас отдыхает 134 ребенка. Из них 67 дети в трудной жизненной ситуации. Это дети малообеспеченных семей. Мы наполняемся очень хорошо. Вот. При наполнении 120 детей у нас плановая наполняемость. Мы чуть-чуть перевыполняем. Лагерь располагается за городом в Калининском районе, в живописном месте. Это преимущество отметили и члены городской общественной палаты, которые посетили территорию лагеря с плановой инспекцией, чтобы лично увидеть, в каких условиях проводят летние каникулы тверские ребятишки. Нет рядом предприятий, поэтому воздух уже чувствуется отличный, сосновый бор, поэтому вот это первое, что здесь очень хорошо для детей. Второе, то, что нам понравилось, что здесь кирпичные корпуса, хотя им уже много лет, 58-го года постройки, но мы видим, что дети организованы, у них сейчас работает и изо-студия, игры на воздухе. В целом мы видим, что лагерь работает. На территории учреждения 5 спальных корпусов, площадки для игр и дискотеки, библиотека. В клубе в комнатах для кружков рисования недавно был сделан косметический ремонт. Отремонтирован и медпункт. Здесь круглосуточно дежурит медик. Столовое пятиразовое питание. Во дворе в этом году поставили флагштоки. Все здания на территории и даже фигурки пионеров – еще советское наследие, которое сохранилось до наших дней и, безусловно, требует внимания. Территория понравилась, все чисто, все ухожено. Здесь оздоравливаются дети. Здесь детей меньше, чем в других лагерях. На сегодняшний день на летний отдых детей направлено пристальное внимание общественности и властей разного уровня. Принимаются все меры для повышения комфортности времяпрепровождения детей в загородных оздоровительных лагерях, в том числе с учетом мнений членов общественных организаций.